Вот заправляют бульдозер. Сегодня у нас 29 июля 2019 года, понедельник. И вот мы здесь в траншеи бывшие, которые землю брали когда-то. И ребята здесь приехали купаться, смотреть, как рыбачим. Зачинивает. Так, не смотреть друг на друга, работа прекращается сразу. Вы делаете, как я говорил, точно? Да. А дальше уже, чтобы не затягивать. Володя, друг другу помогайте, чтобы не было ошибки. А ну-ка посмотрю. Подожди-ка. Ну, чтобы не затягивать, да. Три узла по плотно. Я пойду посмотрю, как они заправляют. Это второй мостик. 10 минут 9. Должны сегодня горючее привезти, но пока его нет.
сказали вы так? Я вчера спрашивал. Ну, а потом мы позвоним, привезут. Они должны были к 8 приехать, турист-то, ну нету. Пруда, другая деревня. Это все потеряешь из земли. Все. Приезжала заправка у нас. Все, можно ехать. Так, сколько залили примерно? Примерно. Было почти 220 литров. Так, слушайте сколько, чтобы они слышали, громко скажите. Я не знаю, мы на глаз лили. Полный бак залили. Ну, бак, он сегодня только-только выехал отсюда, сейчас он залил здесь 63 литра. И оставалось мы сколько-то. Ну, в общем, там с тем разбирается тогда. Просит бочку разгрузить. Полная бочка 200 литров. Еще да, там. Ну, как, полную бочку и с Игорем рассчитать, отдать ему. Да-да. Надо помочь разгрузить, он не слышит. 147 литров. Бочку помочь разгрузить надо. А? Бочку помочь разгрузить. Если ему скажете там, если можно так будет. Он дома? Он рад дома. Он там большой строит склад. Там есть кому помочь, да? Есть там. А, ну все, ладно. Подойдете к нему и скажете. А вы его знаете? Да, да, знаю. Ну, прекрасно. А у него сын еще терит. Все. Игорь дал нам 7 по 21 литр. 7, 2, 14, 7. 147 литров. А это, канистры увези, пожалуйста, а? Подожди сейчас это. Подержи, молодец. Сейчас канистры ему увези. Это наша машина. Канистры отдай ему. Как тронется, я ему сразу записываю. Все, пошел.